Всем привет, с вами Сёма, это клан Шмалинка Плей, и хочу напомнить, что видео сходит по расписанию. По МСК первое видео уходит в час дня, а второе в 3 часа дня, а по сизинскому уже времени первое видео уходит в 7 часов вечера, а второе в 9 часов вечера. Так что не пропустите. С вами продолжаем Луна The Shadow Dust. Короче, написали в комментах, как проходить эту хрень. Я не понял ни хрена. И в итоге открыл видос на втором компе с прохождением вот этой части. Так что, если что-то там не пойму, параллельно буду смотреть туда. Последние вот эти вот частях, вот та серия и эта серия, скатил просто в, унылое, в унылую херню. Вот эти головоломки со временами года, вот этот параша, это просто унылая херня. И очень сильно портит впечатление от игры. Ладно, все, поехали. Надо пройти всю эту дичь, я болею. Я, короче, болею, поэтому сильно голова-то моя не варит, если что. Хотя, ну, кто скажет, что она никогда не голова не варит. Я посмеюсь, скажу, окей, хорошо. Допустим, теперь кошак лезет у нас сюда. Это единственное, что я помню более-менее. Опять-таки, видос уже запущен на втором компе, смотрю его я. И, собственно-таки, вот. Теперь написали то, что вот буковка S должна быть то ли сверху, то ли снизу. Но для начала нам нужно задвинуть эту херовину. Нужно было отойти. Хорошо, задвигаем теперь эту херовину. Задвигаем, сказал. Так. И теперь, получается, нам нужно включить первую херовину и переключиться на кота. И это все я смотрю по видео, потому что из коммента я ни херашеньки не понял. Типа сначала нужно делать именно желтую птицу, это я запомнил, у меня еще тупо открыт еще на телефоне этот коммент. Теперь нужно... так, а я не то пошел. Теперь нужно, получается, соединить вот эту часть полностью. Так, погоди, нужно мне понять вообще. Так, смотри, едет вот эта херовина. Ага. Так, а, ну да, окей, это шея. Это шея. Уныние, звездон, я тебе серьезно говорю. Опа! Во! Нихера себе! Ровненько прям! Так, тебя опять-таки переключаем, я так думаю, да? Переключаем? Да, переключаем. И идем дальше делать дела. Так, теперь нам нужно... Не туда пошел я, кстати. В смысле? Все то же самое. Да и дрёна воша, бляха-муха. Вот херовин это, а, кусок. Так, а почему не работает-то, в смысле? Не понял. Зачем? Типа все это я видос смотрю. Видео в другом видео, я понял, все. Ты, ну это жопа какая-то на самом деле, потому что не туда переключил ты, мой друг. В другое положение, короче, его надо перевернуть. В смысле? Так, допустим, сейчас сами что-нибудь намудрить попробуем. Ага, внезапно. Еще чуть-чуть. Да и ты дебила кусок, скошт. Вот. Так, теперь, получается, еще раз мы эту всю херню переключаем. Опа. И теперь полностью делаем птицу. Да ну это жопа, конечно, какая-то. Это унылая херня. Я вот другого я тебе сказать не могу. Надо, чтобы она ровно была или без разницы, как? Опа-на. А, да. Я, может, кстати, доходил уже до отсюда, просто я не помню этого на самом деле.
И чё? Допустим. Ага. И теперь надо отодвинуть. А, теперь надо собрать другую птицу, я понял. Но это я уже из комментария. Окей, хорошо. А, теперь похер, как оно именно собирается. Ты вот даже на видосе там просто ровненько в серединку на самом деле. Если так это и надо, то вообще, конечно, жопа, если чё. Да, господи, не помогает. Опа. Во, нормально. Так, теперь надо снова... Да куда ты допихал-то ее? Не надо. Теперь надо полностью тоже собрать птицу. На самом деле, это если все это делать нормально, правильно подумав, ну или посмотреть видос, или прочитать в комментарии, то это... Это несложно. Это просто уныло и очень долго, на самом деле. О, бляха, муха, не то я нажал. Ядрить твою. Да, в принципе, похер. Тебе просто откатываем ее, берем. Это очень все муторно. Это очень все муторно, замуторно. На самом деле, очень сильно портит впечатление от игры. Вот именно вот эти головоломки, потому что это совсем жопа, на самом деле. В смысле? Я же включил тебе. Ты дурак или нет? Да куда ты идешь, ты дебила кусок, сука? Извиняюсь. Ты совсем... Может, ты можешь это лишнее делать, но я на самом деле, я очень не хочу это делать. Мало что тут сломается. Да не то ты сделал, ё-моё. Не, а прикинь, типа, вот я вот нечаянно нажал, сломал вот эту желтую птицу, и теперь от этого не работает вот эта херовина. Бля, да ладно! Да это же жопа! Ты тупой! Что надо делать? Я что-то немножко не понимаю. На месте замер. Каким джиниусом надо быть, чтобы это все проходить, понимая что-то? Оба-на! Так, окей, надо на третью включить. Это опять-таки из комментария я вычитал. Врубай на третью и поехали. Это же охереть можно, это же жопа на самом деле. Написали, типа, это последняя головоломка, дальше будут только одни заставки. Если это так, то это очень херово на самом деле. Ну, потому что ну, это жопа, если чё. Вылетай отсюда. Но, допустим, когда ты полностью собрал птицу, то чё? Тут просто в комменте про это не написано, я видос открыл. Ага. Допустим. Теперь надо... переключить свечу на вторую. И вместе шуровать к лифту. Охереть не встать на самом деле. Это... Я здесь думаю, каким магистром надо быть, чтобы все это правильно делать, чтобы все это понимать? Все делается только по видосу, это жопа на самом деле. Типа этого пентюха. Так, допустим, кошка остается здесь, чувак идет отсюда снова. Это очень уныло все. На самом деле, это отвратительно. Очень сильно испортило впечатление лично мне. То потому что это совсем звездо, на самом деле.
Теперь надо крутануть одну херовину. Чего? Почему? Оба-на! Внезапно должна светиться только одна сторона в идеале. Не это. Какого светится две-то, в смысле? Алло! Чё за жопа-то, я не понял. Надо, чтобы изначально вообще никакая не светилась. Выруби нахер это говно это. Почему? Ну типа окей, давай так попробуем сделать. Это вообще жопа, на самом деле. Это такая жопа. Потому что знаешь, в чем прикол? Почему должна гореть именно эта сторона? Вот здесь должен быть кусочек тени. А его тут нету, не зажигается это говно. Бляха-муха, вот это говно да говно, а. Звездон, я херею над ним. Типа можно просто на похер сделать. Чем переключился, уволень? Тебе надо на руку прыгнуть. Во. А у тебя только переключаться. Это каким джиниусом надо быть, чтобы все это, зараза, проходить нормально и понимая, что к чему. Это я не знаю, это же жопа. Теперь она к нему подойти? Это уже из коммента было. Допустим. Теперь, вот по вот этой тени надо кошке подняться и выпрыгнуть в окно. Кто бы, бляха-муха, знал об этом? Ну это же жопа. И самое херовое то, что у чувака в видосе светится одна сторона, у меня вообще никакая не светится. Либо я что-то, короче, сломал, например, еще заново все это дело перепроходить. Либо оно работает по рандому, я херею над этим. Теперь надо снова переключить эту хероту. И три раза накрутить. Два раза. Раз. И два. И переключиться на этого. И теперь снова на этого и третий накрутить. Ядрить твою, вот это... Как? Может, типа, надо свечу переключить? Свечка правая стоит, свечка правая стоит. Надо, чтобы горела одна сторона, правая.
Может, типа так сработает? Не, не работает эта херня. Она должна полностью вся гореть. Смотри, так горит одна часть. Допустим, я переключаю вот здесь. И вот тут сам делаю эту херню. Опа-на, внезапно! Хэ, бляха-муха! Вот это жопа, конечно! Это же... Ой, подожди, а что-то должно... Заставка должна пойти? Нет! Заставка не должна пойти. Надо просто вернуться. Но это жопа, конечно. Я тебе серьезно говорю. Это просто какая-то жопа. 20 минут. Ну, поменьше, я вырежу там чуть-чуть. Это звездон. У меня нет слов. Теперь нужно накрутить. Раз. Окей. Два. И три. Чё? А, нужно до 6 часов накрутить. Я понял. Хорошо, крутим. Крути крутилку быстрее. До 6 часов надо накрутить. Хорошо. Допустим. Теперь переключить шестерню. И накрутить. До чего? До 6 часов? Так. И до часу, типа, стеку. Ну, до однёрки. Вот так вот. Да? А, еще кружок надо мотануть. Еще получается... А, на противоположной стороне. Во, вот так, я понял. Все. Да? Да, окей, все. Теперь спуститься кошкой? Не, это сверхразум, я тебе серьезно говорю. Открыть дверь? Вот его уже в комменте не было, кстати, это только в видосе, вот я смотрю. Это я не знаю, это просто... Это сверхразум. Я тебе серьезно говорю. Это просто, мать его, сверхразум. Я не знаю, каким вот именно нужно быть... Я не знаю, гения. Кто там, блин? Я не знаю. Но это жопа. Это очень жопная херотень. И теперь получается просто вместе с этим чертиком подняться по лестнице. А, внезапно, окей. И это все. Дальше написали, что идут одни заставки, но не знаю. Это очень унылая херня. Я тебе вот что скажу. 20-й, правда, раз, но... Ой, ну это жопа, конечно. И, блядь. Я извиняюсь за выражение, но это же... А, надо удерживать, я понял, когда ветер. Да в смысле, алё, поднимись, дебил. А, нужно пока он не повернется. Не повернется. Извиняюсь за мат, но тут уже просто без них никуда. Пока он не повернется, кнопку убирать нельзя.
Ой, блиха! Я, короче, это Кратос, а это Атрей. Те, кто играли в Бога войны, те знают, в нового. А чё у меня? Ой, блин. Это та еще жопа, конечно. Ты еще долго лезть-то здесь будешь? Нет, чувак? Ядрёна вошь. Лезь быстрей! Это ж какой там должен быть ветер, чтобы пацаненка, да еще и с кошкой нахер сносить. Ты можешь быстрее это делать, нет? Какое-то черное говно кто-то вон раскрасил стенку. Я херею, ты Бэтмен, а. Че там музыка орет? Я не слышу ни черта. Держись, зараза. Это он сам уже. Я не, неужели? Я себе мышку сломаю скоро. А, это вся локация. Ядрить твою, а. Во уныние какое. Ядрить твою налево. Блеха-муха. Я херею. Я жутко негодую по вот этой херне. Дальше идут одни заставки, как написали. Это просто звездец, конечно. Пончик, нихера себе. Вот это пончик. Чё? Чё происходит? Застрелил пончик. Огромная кошка что-то там делает. Короче, слышь, окажется, что потом вот эта огромная кошка, это и есть вот этот вот парень, который с нами ходит. Ну, кошка, имею в виду, вот это вот. Солнце закатилось. На лодке приплыл. Хера ты поешь? Да ты маг! Он сделал свечу, которая убила черный пончик. Ну, какой он, серый там или какой ли он был. Сделал его желтым, как птица. Сделал его грудью птицы, окей. Птица беременная пончиком, окей. А это луна! Там вон кусочек луны двигается отдельно.
Она зависла сейчас только что. Что это за заяц? Ну молодец, все, сбил фан, походу не зависла, она долго на одном кадре стояла. Разбил фонарь, все, жопа. Оказывается, что вот эта вот кошка огромная, это мелкая кошка, которая с нами ходит. Прям как в анимешках побежал. Прям но. А чё за заяц-то чёрный из нас вышел? Не трогай, поранишься. А, он исчезает. Я понял, свет в фонаре поддерживает. Это реально заяц какой-то. Свет в фонаре поддерживал это. Луну, желтый пончик. А, только желтый пончик. Луну он не поддерживал. И он снова стал серым, хорошо. Хера ульти иллюминат. Ой, ё-моё. А после такого удара вряд ли можно вообще выжить, на самом деле. Он почти исчез, он, у него руки уже почти прозрачные. А, не, луна тоже исчезает, окей. Чё? Чё за дебилизм? Большая кошка. Кошка плохих парней от мудошка. А сломала пончик. И этого дебила оттуда вытащила. А это его тень была, ёперный балет. Я думал, что за заяц-то из него вышел. Что происходит? Я серьезно ни хера не понимаю. Что это за пиздец? В этом ролике будет очень много мата, на самом деле. Сейчас соберется, да? Кто бы знал, блядь, а? Чё происходит? Держись, чувак! Кошка, спасай его! Все. Мне фонарик не нужен, мне нужна была твоя рука, если что. Или нога. Да, в итоге все умерли. Звездон. Вообще ни хера не понимаю. Вообще. Все умерли, блядь. И что это было? Что это за рогалик получился? А, ну я ж тебе... Я ж тебе говорю, что это была кошка. Кто бы мог подумать? Ты, блядь,
В смысле, что происходит-то? Алло! Вы же вроде умерли, упали! Чего? Что происходит? Алло, в смысле? Нам же вроде все! Какого хера вы обратно возродились? Что происходит? А, двигать надо. Вообще трэш! Я вообще не могу по-другому сказать. Это такой трешак. А, надо их все в черную запихнуть, окей. Ты чё остановился-то? А, черная херовина это как это самый демон, я понял. Типа черная херовина убивает, окей. Ну это мы поняли уже, кстати. Хотя бы что-то на самом деле. Это же дебилизм, алё. Это же тупо. Да он умрет сейчас, все, ему жопа. Ну он весь уже черный. Почти. А, ну да, не весь еще, ладно. Почему звук того, что он тащит еще эту глыбу, не прекратился? Забаговался? Или так должно быть? В итоге заместо нас умерла кошка. Воду рыстика. Пентаграмма. Которая должна нахер убить чернушника. А, эта кошка-то вот так жива осталась. А нахера ты, эта жертва была без... А. Да или нет? А, ну не, окей, он мертвый уже. Он стал в итоге призраком. Чего? А вот так все стало хорошо. А теперь ты будешь за место кошки. Ну типа да, окей. Если что, я не плачу. Не подумайте, я просто болею. Спасибо за игру в Lunar Shadow Dust.
Прочитайте больше информации, пожалуйста, посетите. На самом деле, после предыдущей серии она стала унылой. Она просто скатилась в сраное уныние, вот весь этот эту жопу. Я типа не знаю. То ли писали то, что она японцами или китайцами сделала, я точно не помню. Но, блин, поначалу она давала куда больше надежды, чем потом. Потом это просто стало все унылым. После двух головоломок, которые можно сделать было короче и не такими уж и скучными. Они сами по себе огромные, все происходит медленно, все очень запутано, муторно. Но это, конечно, что жопа. В тартарары, вот я тебе говорю, скатилось все с предыдущей серии. В остальном, в принципе, неплохо. В принципе, игрушка хорошая, атмосферная, рисовка прикольная. Ну как атмосферная, прикольная рисовка, все вот это прочее. А в остальном... Че это? О! Хера портрет. Lantern Studio 2020. Ну да, окей. Ну, как-то так, короче. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на ВК, на Инстаграм. Ставьте лайк, пишите комментарии. Еще в других игрушках, ребятушки, потому что неоднозначно, на самом деле, у меня мнение по ней. С одной стороны, это прикольный квест. Прикольный. С хорошей рисовкой, с проработкой, возможно. Я потому что не понял ни хрена. За исключением двух головоломок. Два вот эти вот два унылых квеста. Она мне понравилась. В принципе, неплохая игрушка. Нормальная, хорошая, атмосферненькая в плане рисовки. Вот, в принципе, вот это всего. Все. Да, как-то так, но вот если бы не было двух головоломок, намного было бы все лучше. И насчет концовки я еще ни хрена не понял. Типа, мол, сначала нам показали, типа, мы умерли, а потом в итоге мы не умерли. Вот это жопа, конечно. Я не знаю, зачем нужно было это делать, но зачем-то нужно было, если вдруг кто-то понял, пишите в комментах. А, собственно, я жду, опять-таки, комментариев, и игрушка неплохая, опять-таки, повторюсь, игрушка хорошая. Все, всем встречи, всем пока!